Здравствуйте! Сейчас мы находимся на юге Ленинградской области, где в настоящее время возводится дом по нашему проекту, разработанному World House Pro. Давайте сейчас проведем кратенький обзор, тест-драйв этого дома. Да, то есть, увидев его именно в процессе строительства, никогда это уже красивый отделанный домик, где все закрыто, облицовано, и все это красиво и хорошо. Сейчас это выглядит иначе, но эта стройка от этого никуда не деться. В данном проекте наружные стены выполнены из газобетона толщиной 400 мм. Здесь еще будет воздушная прослойка 3 см и облицовочный кирпич 85 мм. Перед вашими глазами сейчас план первого этажа. Общие габариты по наружным стенам 13100 на 8600. Перед входом в дом у нас есть терраса, которая в будущем будет объединять гараж и дом. Войдя через входную дверь, мы попадаем в тамбур-веранду, в которой можно снять верхнюю одежду и обувь, а также это помещение предотвратит излишние теплопотери дома через входную дверь. Пройдя дальше, у нас будет холл дома, из которого уже можно пройти в санузел, постирочную и котельную, а также на второй этаж. И самое главное, это центр всего домашнего уюта – гостиная, объединенная с кухней. Кухня будет располагаться вот по этой глухой стене, а также будет остров, на котором планируется мойка и рабочая зона. Под нее уже тоже были заложены коммуникации в плите фундамента. И есть небольшая кладовая для хранения. Идем на второй этаж. Поднявшись по лестнице, мы сразу попадаем в небольшой холл, из которого уже можно пройти в любую из трех спален, две из которых со своими гардеробными, и в один из двух санузлов. Фундамент в этом проекте – это монолитная железобетонная плита толщиной 300 мм. То есть получается, что она у нас мелко заглубленная, потому что условия геологические здесь нам это сделать позволяли. Да? Мы как бы сэкономили на земляных работах, получается, сделали уже песчаную щебеночную подушку, проложили геотекстиль между песком и щебнем, между песком и грунтом. Снизу заложили 50 мм пеноплекса, чтобы у нас не было абсолютно никаких промерзаний и чтобы отрицательные температуры никак не воздействовали на наш фундамент. И уже на него, получается, отлили фундаментную плиту. Пеноплекс плотности 35, это достаточно как бы, ну, для такого строения. Мы поэтому его сюда и закладывали. Здесь оставлен специальный выпуск у плиты. Он выполнен для того, чтобы можно было опереть облицовочный кирпич. Ну, он еще будет плюс анкериться через каждые три ряда. Ну и здесь все равно для того, чтобы он точно никуда не осел, выполнен специальный отступ. А вот это уже узел из проекта. То есть здесь можно наглядно увидеть, как у нас устроен уже пирог под основание фундамента и опирание стены. То есть вот та самая песчаная щебенчатая подушка, про которую я сказал ранее. Геотекстиль, проложенный между грунтом, песком и песком и щебнем. На щебень укладывается утеплитель, пеноплекс. На утеплитель уже заливается плита 300-мм, которая армированная по расчету. Здесь мы видим отмостку, которой еще нету наяву, потому что она делается позже. Да, то есть сейчас у нас планировочная отметка примерно вот на этом уровне, как раз таки по низу песчаной подготовки под отмостку. То есть позже, после того, как сделается отмостка, поднимется уровень грунта, и плита будет наполовину закрыта. То есть чтобы никакие атмосферные осадки никак отрицательно на нее не воздействовали. Далее между газобетонной стеной и плитой выполняется гидроизоляция. Это технониколевская гидроизоляция, которая нанесена на битумный праймер. И на гидроизоляцию уже поднимается несущая стена из газобетона 400 мм. Вот тот самый зазор, отступ 115 мм, который оставлен специально для того, чтобы можно было укладывать уже на него кирпич 85 мм с 30-мм зазором. Вот таким образом у нас и устроен этот узел в чертежах, также он у нас выполнен и наяву. Перемычки в этом доме мы запроектировали из U-блоков. Вот что он из себя представляет. То есть это тот же самый газобетонный блок толщиной 400 мм. Это стеночка толщиной обычно от 5 до 8, это уже от 150 до 200, в зависимости от общей толщины. Почему здесь сделано больше? Потому что это наружная сторона, и она должна быть более теплая, чтобы монолитная перемычка не промерзала. Эта уже внутренняя сторона, она выполняет функцию опалубки и такого просто бортика. Сюда закладывается уже, получается, арматура. Обычно это 4
прута, или бывает 6, если перемычка длинная и, ну, как бы больше нагружена. Это уже хомут, который стягивает арматуру, то есть она закладывается вот таким вот образом и стягивается потом уже вязальной проволокой. Ну, немножко поднимается от самого газобетона, чтобы был защитный слой у перемычки, и все это заливается уже монолитным бетоном, ну, в нашем случае это B20 бетон, именно на перемычке до 2,5-3 метров по длине. Если перемычка большей длины, обычно используется более прочностной бетон, либо арматура большего сечения. А вот таким образом выглядит уже сам чертеж в проекте с перемычками. То есть это так называемая ведомость перемычек. В левой части мы видим схему сечений по перемычкам, в правой части спецификация уже на ублоки, бетон и арматуру. То есть вот как раз таки тот самый ублок, в котором заложено 4 прута арматуры и уже залито бетоном. Хомутик здесь условно не показан, потому что это чисто конструктивный элемент, и он делается уже всегда по месту. Вот, то есть это разные перемычки, потому что у нас разные длины проемов оконных и дверных. Как раз таки одна из них у нас из 6 прутов, как я и сказал в видео, потому что здесь уже длина ее 2800 и нагрузка на нее больше, чем на все остальные, где у нас использовано 4 прута. Эта перемычка получается для перегородки, то есть она не из ублока, а это просто монолитная цельная перемычка, под которую выставляется опалубка, закладывается 2 прута 12 арматуры, и она заливается, да? А тут уже используется в блоках 14 арматура. В правой части, как я сказал, мы видим спецификацию на весь материал для устройства перемычек, то есть это ублоки, их толщина, ну тут наименование, да, там производителя и уже количество. Уголок, который у нас идет для опирания кирпича облицовочного, и бетон. Вот такой у нас сегодня получился мини-обзорчик, потому что уже построено. Смотрите наше следующее видео и узнаете еще много нового интересного.